Вот про территорию страсти. Вы когда писали, вы уже под себя как бы писали партию того персонажа, которого вы играете? Я скажу так, что я изначально вообще не хотел принимать участие в этом спектакле как исполнитель. Есть у меня такой пунктик, когда я делаю какие-то произведения музыкальные, я не очень вижу себя в них. То есть я в большей степени действую как продюсер. Мне надо со стороны все контролировать, все видеть. Когда я нахожусь на сцене, это сложно сделать. Потому что я думаю уже об исполнении роли, о какой-то частной своей истории. Так. А здесь надо полностью все контролировать и видеть в целом картинку. Если бы я действовал как исполнитель, я бы писал роль под себя. Это огромная большая ошибка, скажем так, композитор-исполнитель. Да, это огромная большая ошибка, потому что ты начинаешь свои какие-то амбиции внутренние, как исполнителя, ставить в первую очередь, нежели успех всего произведения в целом. Ну, мы знаем авторов, которые исключительно только так и работают. Допустим, Александр Борисович Градский, он все свои монументальные и монументальные произведения пишет именно под себя. Не, ну, рассчитывая это на свои там три октавы или сколько у него. Это, конечно, ну, право любого человека творческого подходить. То есть вы не видели ни себя, ни Макееву, когда работали? Нет, Макееву я видел. Макееву я видел. Я себя не видел. И, по сути дела, даже я скажу, я не очень подхожу на эту роль, которую я играю. Ага. А вы расскажите просто. Дансини – это молоденький мальчик. Ну, такой романтический. Романтичный, себя, да, романтический герой с лирическим голосом и прочее, прочее, прочее. Жертву манипуляции. Да, жертву манипуляции злых, да, таких искушенных. Не ваша история. Не моя история совсем, да. Ну, роль на сопротивление. Тоже интересно, тоже хорошо. Тем более команда мощная. И участвовать в таком шоу, в таком спектакле — большой опыт и большая честь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».